Здравствуйте, дорогие телезрители! Здравствуйте, любители американского футбола в России! Сегодня мы приветствуем вас на втором матче на стадионе Труд в Москве на Варшавском шоссе. Это будет второй матч в плане порядка вам и, наверное, в плане турнирной значимости, потому что первый был матч финала чемпионата Москвы между Легионом и Московскими Медведями, но совершенно точно это не будет матч вторым по классу игроков и по накалу турнирному, потому что сегодня на стадионе Труд встречаются две команды, так называемой большой тройки американского футбола в России. Сегодня у нас играют Грифоны из Санкт-Петербурга и московские спартанцы. Матч в Москве, поэтому спартанцы у нас домашняя команда, Грифоны у нас выездная, они приехали к нам сегодня из Санкт-Петербурга. И с вами комментировать этот матч будет Юрий Марин, издатель First and Goal. И вот я также комментировал первый матч. Со мной его комментировал там Денис Промкин. Но вот Денис сейчас будет на поле играть, а я буду это комментировать. В этот раз я буду в одиночестве. Но надеюсь, что матч будет жарким, и нам некогда будет скучать, и будет всегда интересно смотреть на поле. И мы ожидаем много тачдаунов, много набранных очков, хорошую игру защиты, хорошую игру нападения. Два ярких квотербека, отличные исполнители. И, в общем, у нас есть все для того, чтобы посмотреть этот матч. А сейчас на поле выходят хозяева поля, московские спартанцы. Итак, спартанцы и грифоны. Грифоны – чемпионы России 2015 года. Постоянные участники плей-офф, финалисты Лиги американского футбола 2017 года. Московские спартанцы. Пока максимальное высшее достижение в чемпионатах России – это финал 2016 года, серебряный
медалисты они, также они были бронзовыми медалистами в 2015 году и, ну, собственно, в 2017 году, а сейчас они вот уверенно идут к своему первому титулу. В этом году они уже выиграли Кубок Монте-Кларка, это такой международный турнир в Восточной Европе, в котором участвовали российские, белорусские, украинские команды, что здорово. Чувствуется, что наш футбол помогает как-то вскреплять хорошие отношения международными, даже на фоне таких странных политических историй, да, но тем не менее, все равно эти матчи были полны борьбы, но только спортивной борьбы, что очень здорово. Значит, спартанцы выиграли Кубок Монте-Кларка как раз в финале против киевских Capitals. Это было в Минске, это было 3 недели назад. А сейчас они продолжают играть в чемпионате России. Это другой турнир, второй турнир для них. Но победа в чемпионате России им, в общем, не менее важна ни в коем случае, а может быть даже более. Потому что ну, финал 2016 года, когда спартанцы проиграли, когда... В общем, был знаменитый такой финал, когда Патриоты, ставшие тогда чемпионом, не смогли в финале занести ни одного тачдауна. А тачдаун, собственно, один занесли спартанцы, и в итоге счет у нас получился 12-7. Очень обидное поражение тогда было для спартанцев. Видели они себя тогда чемпионами, безусловно. Вот в этом году еще одна попытка очередная. Но пока у нас регулярный сезон, рано говорить и о плей-офф, и о... тем более в финале, и тем более победе в финале, это уж совсем рано, потому что есть претенденты, и, собственно, как минимум два из этих претендентов сегодня на поле, имеют этот чемпионский титул, конечно же. Ну вот по регулярному сезону, в принципе, уже можно сказать, что обе команды вышли в плей-офф, и грифоны, и спартанцы. Собственно, для грифонов сегодня последний тур в регулярном сезоне, а у спартанцев будет еще на следующей игре, на следующей неделе будет игра в Ярославле, где она будет играть с ярославскими Rebels. Но, скорее всего, турнирного значения та игра будет уже не иметь. Особенно если сегодня спартанцы победят, и тогда спартанцы уверенно закончат чемпионат России на первом месте, имея в виду регулярный сезон. Там, победа в регулярном сезоне, конечно, приятна, но все-таки она ничего не значит. В прошлом году спартанцы тоже выиграли регулярно с результатом 7-0, то есть 7 побед, 0 поражений. Но в полуфинале уступили теми же самыми грифонами, которые сегодня на поле. И это как раз одна из тех интриг, о которых очень хочется поговорить, потому что спартанцам и грифонам есть что друг другу сказать. Очень много было встреч между ними, которые заканчивались неожиданно, неприятно для одной из сторон. И все это были очень яркие матчи, очень интересные. И вот сейчас у нас сейчас еще очередная... Очередной тур противостояния между ними. И Амари Гриняев вводит мяч в игру и удар! Будет ли у нас возврат? Нет. В тачбэк пробивает Амари Гриняев. И с 20 ярдов начнет свое нападение петербургские грифоны во главе, собственно, с... Ну вот я хотел сказать Дмитрием Чернышовым, но я вижу, что Дмитрий Чернышов стоит на поле и будет, видимо, помогать начать комбинации. А выводить свою команду играть в качестве квотербека будет Глеб Барабошкин. Это первое интересное и внезапное решение сегодняшнего матча. Глеб Барабошкин позиционировался в этом сезоне, наверное, все-таки как запасной игрок, как запасной квотербек. Он, конечно, выходил на поле, но, в общем, моменты, которые не столь решающими и значимыми были для грифонов. Вот теперь он начинает матч спартанцев. Важнейший матч для грифонов. Первый в старте для Барабошкина. И это первая пасовая комбинация. Будет ли прием? Да, нет, нет приема! Очень уверенно защищались спартанцы в этом случае и даже перехватили мяч. Вот это да! Первый же пас, первое начало, такое неудачное начало для грифонов. Вот это, мне просто нечего сказать, потому что никто, наверное, не ожидал, меньше всех ожидал об этом, разумеется, сам Барабошкин, и, разумеется, Данил Мусенко, один из лучших принимающих этого сезона, лидер по набранным ярдам на пасе, лидер по, ну, кажется, по-моему, даже по пасовым дождям, потому что он столько их наловил в матчах с Драконами и другими командами, и, в общем, это уж точно было неожиданностью. А спартанцев вывел на этот розыгрыш Павел Левашов. Но первый розыгрыш был выносным. Выносил Владимир Алексеев номер 30. Но вот Павла Левашова, конечно же, мы ожидали увидеть в старте. Он уже большинство игр у спартанцев в старте провел именно он. Исключение внезапно составил именно, кстати говоря, финал Кубка Монте-Кларка, где стартовым квотербеком был никто иной, как Иван Головешко.
А, ну, наверное, еще одно исключение. Это был в полуфинал Монте-Кларка с адекватированным легионом, который ранее сегодня играл уже на этом стадионе. И это вынос! Сергей Якушева, номер 89, это первый даун. Привычный спартанский джет-свип, он оказывается столь сложным для защиты такого большого количества команд. И вот грифоны тоже, наверное, попадаются, хотя грифоны сильно не первый раз играют со спартанцами. И уж они, наверное, должны быть готовы к тому, как спартанцы играют, как играется вот этот джет-свип, как против нужно защищаться. И, собственно, они это блестяще сделали в полуфинале прошлого года, когда они обыграли 12-13 спартанцев. И у нас, собственно, есть полно поводов этот матч вспомнить. И здесь не принято пас. Сергей Якушев был на мяче, но защищался, блестяще защищались грифоны. Корнербэком был Игорь Голубев, номер 37. Это ветеран отечественного футбола, ветеран грифонов, капитан защиты грифонов. В общем, несмотря на, прямо скажем, не исполинский рост, он блестяще действует в прикрытии. Вот сейчас показал это в полной мере в схватке, так скажем, за верховой мяч с Сергеем Якушевым. Сергей Якушев, в общем-то, заслуженный принимающий. Второй даун спартанцы. Снова вынос. Владимир Алексеев, номер 30. Выходит шире. И сколько набирает? Набирает около 9 ярдов. Нет первого дауна. Неплохо прошелся по блокам Владимир Алексеев. Читал, он смотрел, куда ему смещаться, чтобы найти себе коридор подальше, чтобы он принести этот мяч. И вот он нашел. Вынос по центру приносит спартанцам 9 ярдов. Это очень хорошо для выноса по центру. А, нет, простите, это третий даун будет, да, третий и один. Потому что первый даун, собственно, в этом наборе даунов после первого дауна, скажем так, да, немножко криво. Это был пас, собственно, Сергея Якушева, когда защищался Игорь Голубев. И это фамбл! Вот это да! Снова Владимир Алексеев был на выносе. Накрыли ли грифоны? Нет, судя по всему, накрыли спартанцы. Будет четвертый даун. Не смогли конвертировать четвертый даун в... Третий даун, простите, в наборные очки. Здесь там все-таки побольше ярдов. Мне казалось, что там один ярд, а здесь совершенно очевидно, вот мне по позиции маркера видно, что там два, может быть, даже три. Но это будет филд-гол, будет Сергей Калашников, который является лидером по наборным очкам со стандартных положений, скажем так, в счете России в этом году. В общем, довольно неплохо он играет. И что еще будет сейчас? Был ли, по-моему, не было. Нет, не было, да? Счет остается у нас 0-0. Сергей Калашников свой филд-гол не реализовал, хотя позиция была, в общем-то, не самая плохая. Так что интересно будет посмотреть, как спартанцы будут дальше свою защиту строить. Сейчас будет защита спартанцев и нападение грифонов. Не смогла нападение набрать очки на, в общем, довольно коротком поле. Ну, наверное, не стоит сильно этому удивляться. Все-таки грифоны довольно солидная команда с солидной защитой. И, в общем, не зря мы их включаем в большую тройку. Опять же, это чемпион России 2015 года. Да? То есть спартанцы, как бы они хорошо в этом сезоне выступали, как бы какими сильными игроками не играли, все равно здесь вопрос системы. И система у грифонов, безусловно, есть. Чуть нет пас. И снова будет перехват. Нет, на мяче был Сергей Калашников. Он сбил этот мяч, не стал он даже пытаться перехватывать. В общем, наверное, правильное решение. Возможно, попытка перехвата в таком случае могла бы закончиться приемом номера 3 грифонов. Вторая попытка и 10 у грифонов. Ну, говоря о спартанцах, безусловно, нельзя не упомянуть их в могучий Дилайн с очень серьезными игроками. Сейчас выносная комбинация. Номер 19 на выносе. Что будет? Нет, накрыли его, судя по всему. Но нашел себе путь вглубь защиты, вглубь поля московских спартанцев. И приносит, по-моему, около 4-то ярда там точно было, возможно, даже 5. Хотя было ощущение полное, что его, в общем, остановит где-то там, даже, возможно, не пересекая линии скриммиджа, как-то вот так уверенно там действовали спартанцы, но против них играет, кстати говоря, лучший бегущий этого сезона в чемпионате России. Андрей Мансуров, номер 19. Ну, было бы странно, если бы он не набирал ярды. 3-5, грифоны. Барабошкин и... Нет, находит себе поле, сам побежал! Поймают, да, номер 52, Иван Мевший смог накрыть Глеба Барабошкина, но тот уже принес своей команде первый даун. Защита, конечно, защищалась, но первый даун остался первым дауном.
ну, это интересно, что свои первый даун, скажем, там, по крайней мере, в матче против спартанцев, Глеб Боробошкин заработал с помощью собственных ног. Ну, это здорово, это значит, что квотербек представляет собой двойную угрозу, и спартанцам нужно обязательно обращать на это внимание и читать этого квотербека. Это гораздо сложнее, чем просто пасовый или там, просто, не знаю, квотербек. Мансуров, 19 номер, проходит, остается в поле, сбрасывает против себя захват, и снова первый даун. Очень хорошо действует Андрей Мансуров. Не просто так мы его считаем одним из лучших бегущих в России. Ну, что сказать, пока что Грифоны смотрятся очень неплохо, несмотря на этот первый перехват. Глеб Боробошкин, в общем, не потерял энтузиазма. И, ну, в данном случае, конечно, принес первый даун Андрей Мансуров, но все равно нападение смотрится очень уверенно. Четыре принимающих на правой стороне у грифонов. И, кстати, как берут тайм-аут спартанцы. Именно. У меня ощущение, что они взяли во многом тайм-аут именно из-за этого. Внезапное, относительно внезапное построение для спартанцев. Сильный дисбаланс в правую сторону. Сразу три принимающих. За счет того, что там еще и раннинбэк есть, это потенциально четвертый принимающий. И если регулярно собираются грифоны такое играть, то спартанцам нужно быть к этому готовы. И на всякий случай, я думаю, что координатор защиты подозвал к себе своих защитников. Это Алексей Ажгибесов у московских спартанцев. И как-то они перед собой переговорили и решили, как именно они будут действовать. Наверняка такое противоядие у спартанцев, безусловно, есть. Но другой вопрос, что, возможно, сейчас они просто не очень правильно построились. Я говорю, возможно, потому что со стороны можно многое судить и делать вид, что ты понимаешь игру в защиту. На самом деле, она, конечно же, может сильно меняться. И одно и то же построение будет играть совершенно по-разному, в зависимости от того, как между собой договорились защитники. То есть то, что мы там видим и считаем, допустим, там, тройкая зона, да, так это три глубокие зоны в прикрытии у защитников, и там персональным прикрытием может быть совсем таким метко не оказаться. В конце концов, защитники могут еще и просто ошибаться, да? Это тоже очень важно. Он сейчас показывает обширно бить спартанца. Андрей Гриняев, номер 94, собирается прессинговать квотербека на правой стороне. И отходит, нет. Что-то собирается меняться. Боробошкин в конверте. Дальняя передача. Нет, в никуда. Куда-то в район 45-ярдовой отметки стороны поля спартанцев бросал Глеб Боробошкин. Но вот ничем это, к сожалению, не закончилось для квотербека. Второй и 10. Счет 0-0, у нас сейчас идет по-прежнему первая четверть, матч только начался. Шатган, Боробошкин, сразу же роллаут влево, будет бросать, есть прием, ничего себе! И кто на приеме был? Не вижу, это так повернуто, не очень удобный игрок, номер 19. Это номер 18, простите, это Марк Швецов, тайтенд грифонов. Он наиболее заметен и известен для, собственно, для нашего зрителя американского футбола, наверное, как тайтенд в свое время петербургских же МЧС. Там была такая команда при университете Министерства чрезвычайных ситуаций. Но сейчас она выступает больше в региональных турнирах, товарищеских матчах, по-моему. Еще один вынос, Андрей Мансуров, но здесь быстро почитали и накрыли, хотя сумел набрать примерно ярда 2 или 3 Мансуров, что само по себе уже неплохо. Ну так вот, Марк Швецов, он перешел в грифоны в прошлом году, перед началом прошлого сезона, но вот не смог он чего-то сверхяркого показать. Но вот сейчас он чаще играет, чаще оказывается на приемнике, вот сейчас был блестящий прием на своей стороны, и это, в общем, поставило в какой-то мере в тупик защиту спартанцев. Собственно, видно, что как хорошо грифоны были, готовились к этой игре. Нашли они брешь, и, в общем, спартанцы нужно что-то придумать. Пока что по полю они явно лучше передвигаются. Вынос, где-то номер Роман Клушин. Ну, здесь и накрывает. Он смог набрать всего парочку... Нет, не парочку ярдов, это ярда 4 он набрал. Сейчас будет позиция 3 и где-то 3 ярда. В общем, неплохо конвертируем в первый даун.
Шаган построение. Барабошкин. Что мы увидим? Бэкхолдер Липсон без стиха. Бэк Андрей Мансуров. Очень вероятно, что именно к нему. Плохой снэп Барабошкин. И что будет? Есть, накрыл мяч. Но накрыл в 40 ярдах. И это будет уже четвертый даун. Очень неудачное в развитии событий сейчас для Грифонов было, потому что это не только, потратило их даун, это был третий даун, который вполне можно было конвертировать в первый, но еще и очень сильно отодвинул команду по полю, и сейчас крайне сложно будет пробить филгол. И у меня ощущение, что будет сейчас бить пант стараться. Да, судя по описанию, это именно пант, все, не осталось у меня сомнений в этом, встроиться именно в пант. Номер 7, Дмитрий Бабаев, готовится его пробить. Ну, вот так вот, видите, один неудачный розыгрыш, и многое что поменялось для Грифона в этом розыгрыше. Очень странно себе сейчас повел Александр Яцуненко, который что был на этом мяче, и почему-то дал ему прокатиться вглубь собственного поля. И вместо там, того, чтобы начать спартанцев там, с 12 ярдов, они начнут с 7, это гораздо хуже. Тем временем я хочу обратить внимание, что на поле есть флаг. Флаг, брошенный во время пробития. И ощущение, что там было вторжение. Да, будет попытка. Вторая попытка пробить. Фальстарт, наверное, был, да. Я вот здесь не услышал, даже не какой именно был сигнал у рефери. Тем не менее, это 5 ярдов назад и повтор попытки. Да, скорее всего, фальстарт был или, возможно, неправильное построение. Ну, вот сейчас стоит Александру Яцененко быть явно поаккуратнее, потому что если он снова даст так мячу укатиться, надеясь, что будет тачбэк, ну, это, как минимум, если нужно останавливать, ну, и хотя бы там на колено остановиться сразу же, если ты боишься, что тебя сразу накроют, какую-то травму может нанесут. Но все равно, вот это был очень неудачный жизнь. Снова сыграв в сторону Александра Яцененко. И в этот раз, конечно, он встал на мяч и будет возвращать. И вернул он до 25 примерно. Ярдов. Вот сейчас со второго раза Яцененко правильно себя повел абсолютно. Нападение своих спартанцев с 25 ярдов будет начинать. И счет у нас по-прежнему 0-0. Обнажило слабости защиты спартанцев нападение Грифонов в прошлом драйве. Но не смогло конвертировать это в набранные очки. Во многом из-за очень неудачного снэпа. Барбошкин не смог зафиксировать мяч в руках. И он, к сожалению, Грифонов отскочил куда-то в центр поля, и там уже был накрыт только Левашов. Головешкин на выносе! Ищет себе поле. И находит. Сколько он пронес, посмотрим. Ярдов 8, а то и 9. Нет, ну первого дауна, кажется, не будет. Нет, есть первый даун. Показывает хедлайнсмен сегодняшнего матча, кажется, Кирилл Чехов, что был первый даун. Собственно, ровно, примерно 10 ярдов он и набрал. Первые 10 для спартанцев с 35. Что-то на построение. Левашов, пасовая комбинация. Уходит. Нет, будет фамбл. Нет, не фамбл, простите, я говорил, хотел сказать сек. Фамбла точно не будет, но и сека не будет. Сумел выбросить Левашов мяч в сложную для себя ситуацию. Добирался до него, собственно, лучший рашер чемпионата России в этом году уж точно. Это Илья Шакуров, номер 90. Если на кого-то обращать в защите внимание, говорит, ну так это именно он. По-моему, к этому времени он набрал уже секов 7 в чемпионате России, что, в общем-то, очень солидный результат. Мне кажется, он с двукратным отрывом лидирует от остальных, скажем так, преследователей в этой статистической графе для себя. Но даже если не брать в расчет как будто именно количество секов, он очень часто и очень солидно давит на квотербека. И, в общем, это заканчивается очень часто такими пасами в молоко или еще чем хуже. Это Пронкин на выносе! Почти есть первый даун, но есть еще и флаг. Вот флаг в ту сторону бросается, когда есть холдинг. У меня есть ощущение, что там был какой-то холдинг нападения спартанцев. Сейчас услышим мы решение судьи. Ну, очень неплохо Пронки пронес мяч. Конечно, обидно сейчас будет для спартанцев. Да, это номер 63, Сергей Ковров совершил там холдинг, он, собственно, придерживал кого-то из линейных защиты Грифонов, не позволял им
добраться до мяча или до игрока с мяча, за это, в общем-то, карается 10 ярдами, ну, в данном случае, с точки нарушения. 2-20. Ну, такая позиция на поле спартанцев, конечно, вынуждает искать какие-то строго пасовые способы доставки мяча до в сторону куда-то защитной зоны соперника, ну или просто для продвижения мяча по полю, да? Но все равно Пронки на поле, все равно это, в общем, солидный. Сергей Козлов на приеме, но не очень много он смог набрать, может быть, ярдов 5. 88 номер и 3-й, 15 будет. Первая четверть от 0-0 по-прежнему. Сергей Якушев и Александр Яцуненко на одной стороне поля. И это сэк! Это сэк, причем поднимает мяч Илья Шакуров. Вот мы говорили о нем как о лучшем рашере чемпионата. И, кажется, это сэк на на Павла Левашова. И тяжело встает Левашов, возможно, травма там. Вот это, конечно, очень нехорошая новость для спартанцев. Надеюсь, что с Левашовым все в порядке. У него была травма в этом году, как раз, по-моему, в матче с Драконами каким-то он ее получил. Как раз на руке как-то не очень приятно он сейчас идет. Очень важный розыгрыш для защиты Грифонов был. Сейчас, разумеется, будет пант. А нет, все-таки это более того, еще и потерял мяч. Потерял мяч нападение спартанцев, и Грифоны будут играть. Нападение Бробошки на поле. Вот прием, и это перехват! Номер 32, Глеб Авиков возвращает мяч спартанца. Да, вот на прошлом розыгрыше я как-то вот был полностью сконцентрирован на Павле Левашове, который уходил с поля судьи. У нас флаг еще один. Что же случилось там, давайте будем ждать. Причем сильно после окончания розыгрыша бросил этот флаг рейсер следующего матча Дмитрий Хайтовский. Но перехват был совершенно точен. Вопрос, что за нарушение там было. По идее, он должен остаться. Нет, нападение все-таки возвращается на поле. И более всего меня волнует Павел Левашов. Нет, Павел Левашов возвращается на поле, нет травм, слава богу, все хорошо. Да, я говорил о том, что вот на прошлом розыгрыше, простите, когда, собственно, случился приход владения, когда был фамбл Павла Левашова, я вот как-то вот был в паузе между розыгрышами, сконцентрированным на том, как он уходил с поля. И не обратил внимания на то, что действительно поменялось владение и вышел на поле кутербек Грифонов Глеб Барабошкин. Но вот вышел и сразу бросил переход. Очень непростое сейчас положение для спартанцев, тем не менее, первый даун. Глубоко в собственной зоне находится. Иван Головешкин пытается пройти через центр и набирает ярда 4. Иван Головешкин мы видим в разных абсолютно в ролях в этом сезоне. Вот, к слову сказать, кажется, травма у кого-то из защитников Грифонов. 87 номер очень сильно прихрамывает, уходит с поля. 2-5 примерно у спартанцев. Денис Пронкин, но нет, прочитали деланеры Грифонов этот вынос. Прочитали, остановили Пронкина даже в минуса он сыграл. То есть потерял он ярда 2. И сейчас будет 3-7. Тяжело складывается матч для московских спартанцев. Якушев в моушене. Якушев получает мяч, и он будет выноситься. Но нет, нет, захватывают от дилайнеры Грифонов его, и, кажется, будет пант. Не получается около нападения спартанцев двигать мяч по полю. Это очень серьезный момент для спартанцев. Нужно
нужно подумать, как перестроить, собственно, нападение, потому что такого сопротивления, кажется, нападение спартанцев не встречало очень давно. Даже в матче с Capitals было проще двигаться по полю. На возврате панта у нас Даниил Мусиенко. Я говорил о нем уже как одном из лучших принимающих чемпионата России. И кажется, это еще одно и нарушение, потому что один из, собственно, игроков спартанцев вбегал в поле уже после того, как они спартанцы построились. Это, скорее всего, нелегальная замена сейчас будет. Еще 5 ярдов я спартанцы потеряют. Но вот нервно начали матч для москвичей. Тяжело им. Интересно, что вот перед матчем было ощущение совершенно противоположное, что тяжело должно быть Грифоном, который не очень ровно идут по этому сезону. У них 2 поражения, собственно, 2 поражения своих патриотов. Спартанцы, кстати, как раз своих патриотов обыграли. 22-11 это был счет, это в мае матч состоялся. Как раз спартанцы играют как раз после матча с зубрами, то есть это был тяжелый матч для спартанцев. Сейчас тоже у них серия из игр, которые, в общем, не просто для них складываются. Началось все с финала Кубка Монте-Кларка. Потом, собственно, были Юнайтед. Вот сейчас Грифон. По-моему, 3-я игра к ряду. Неделя за неделю у спартанцев идут. Пант в исполнении Марии Гриняева. Длинный пант. Неплохой пант. И не поймала его Даниил Мусиенко, что интересно. Очень хороший пант получился у спартанцев. Отодвинули они мяч на позицию примерно 27 ярдов. Это, в общем, потому что били они там с глубины, чуть не в своей зачетке бил Амари Гриняев. И мяч в итоге оказался на 27 у Грифонов. Это хорошая позиция. Это очень хорошая позиция для защиты спартанцев. Другой вопрос, насколько они сделали выводы из прошлого драйва, смогут ли они читать нападение Грифонов, потому что тогда-то они проходили, ну, буквально как нож сквозь масло. Они ничего не могли предъявить спартанцы нападение Грифонов. Ну, вот, конечно, не стоит сбрасывать за счет два перехвата, которые сделали спартанцы в самом начале игры и при коротком поле. Это, безусловно, в плюс в защите идет. Но вот длинный драйв явно не очень хороший был у спартанцев. Барабошкин будет стараться выносить сам, но нет, накрыт он. Накрыт он Дилайном, спартанцы. Могучий спартанцы, я думаю, снова виден флаг. Что случилось? Неужели там был какой-то персональный фол? Возможно, захват за маску. Ждем решения судей. Интересно, что, по-моему, Дмитрий Хайтовский назвал, что нарушил номер 69. Но такого в защите у спартанцев нет. Но есть 59, Артемий Роговой, возможно, он неосторожно кого-то захватил за маску, хотя обычно от него не отличается. Ну вот, ну, хорошо, будем считать, что это Рогов. Первые 10 Грифоны. Роман Клушинов. Нет, не Роман Клушинов, если это был снова Андрей Манцеров. Набрал он, может быть, ярд, может быть, полтора до своей команды. Пытался он сквозь центр пройти. Тут там были дилайнеры спартанцев. Ну, конечно, тяжело играть против такого дилайна. Тем не менее, заметим, что выносы по центру проходили. Грифонов проходили в прошлом драйве. И, собственно, один из таких заметок был как раз вполне Андрея Манцерова. Ну, это очень интересная дуэль, которую сегодня интересно будет понаблюдать. Это как раз Манцеров против дилайна спартанского. В общем-то, онлайн Грифонов, он всегда был на неплохом уровне. И в этом смысле они друг друга стоят сейчас. Пасовая комбинация Барабошкин будет уходить. Нет, сэк! Сэк номер 96, Александр Кутин. Дорогие друзья, стоит, наверное, еще и обратить внимание, что сегодня у нас на поле, правда, в один момент, а вот когда на поле защита Грифонов и защита спартанцев, да, в разные места, а у нас два лучших дилайнера. Ну, да, уж точно в России. Это, собственно, Александр Кытин и Илья Шакуров. Кытин, безусловно, был лучшим в прошлом году, одним из лучших в позапрошлом году, но в этом году это совершенно точно Илья Шакуров. Номер 90 у Грифонов. В общем, солидно он смотрелся против самых сильных онлайнов, но в том числе и у спартанцев. Третий даун. Барабошкин. Будет ли прием? Есть прием!
Но прием-то был где-то в районе как раз отметки в районе начального маркера, да, то есть грифонов там отодвигали, собственно, когда был сек. И сейчас кэч, если и был, то он только приблизил грифонов к тому месту, откуда они начали этого драйва. И как раз там говорят, что у нас конец первой четверти, начинается вторая четверть, и счет у нас по-прежнему 0-0. Интересную игру мы смотрим сегодня, есть что сказать обоим командам друг другу. Здесь, наверное, у нас небольшая пауза действует, поговорить о том, как складывались отношения между командами в предыдущие года, скажем так. Началось все, наверное, с матча Грифона и Спартанцы в полуфинале чемпионата России в 2015 году. Тогда, в общем, Спартанцы были относительно неизвестной командой, в смысле никто не думал о них как о какой-то серьезной силе, как о какой-то солидной команде, да, я много раз повторяю слово «солидный», но у нас сегодня солидные игроки, можно это, разрешается, мне кажется, как комментатора такой ход. То вот Грифон тогда выиграли, но, в общем, выиграли не очень сложно было в этом матче, и спартанцы уже тогда показали себя крайне бойцовской команде, скажем так. Александр Яцуненко на выносе, будет возвращать, но нет, кажется, в лайн-джадж, кажется, Екатерина Островидова у нас там, она, в общем, остановила Яцуненко на отметке примерно в 37 или 38 ярдов. Еще мы видим, что там флаг, по-моему, на поле, как раз в районе бровки грифонов. Дмитрий Хайтовский как раз выясняет, что же там произошло. Но тем временем я скажу, что как раз вот был в 15-й год полуфинал, когда грифоны выиграли, потом вышли в финал и там уже победили. Потом был 16-й год, когда грифоны сначала с спартанцами встретились в сезоне. Спартанцы попали тогда уже в премьер-дивизион. И грифоны тогда выиграли довольно убедительно 12-2. Но в плей-офф, в 1/4, по-моему, чемпионат России, спартанцы приехали в Петербург, и между ними стоялся, наверное, один из самых известных матчей в этой России. Это, собственно, тот самый матч, когда спартанцы быстро ушли в отрыв, и потом на последних минутах матча был очень спорный момент, когда был прием Андрея Иванова, номер 83, но он был отменен из-за нарушения, так называемого, нелегального принимающего, когда один из грифонов очень сильно увлекся блокировкой дилайнеров спартанцев и сильно ушел вперед. И несмотря на то, что Андрей Иванов поймал этот мяч, и благодаря его приему команды бы сравнялись по очкам, но этот прием, нарушение нелегального принимающего, не только отменило этот прием, но еще и отодвинуло потом грифонов, и они в конце матча уже вытащить не смогли. Это был очень спорный момент с точки зрения эмоциональной, с точки зрения, наверное, правил там все-таки все честно и легально, правила были нарушены, свисток, все правильно, много сразу судей кинули флаг. В это время у нас вынос спартанцев, и Иван Головешкин набирает первый даун, если не ошибаюсь. Мне немножко сложно смотреть на маркеры, потому что обычно маркеры такого оранжевого цвета, какого-то яркого, а сейчас они почти сливаются с цветом шлемов спартанцев. Они такие деревянные у спартанцев, я имею в виду маркеры на цепочке на противоположной стороне поля, которые отмечают, собственно, конец, начало и конец в этих 10 ярдах, которые нужно пройти за 4 попытки. Вот они немножко сливаются, иногда не очень понимаю, где маркер, но вот сейчас совершенно очевидно было, что Иван Головешкин свои 10 ярдов, не прошел 10 ярдов, он прошел там ярдов 5-6, но, собственно, этого хватило для того, чтобы в итоге на третьем дауне принести своей команде первый даун. Сейчас на приеме был Сергей Якушев, он пронес около 5 ярдов, и у нас будет ситуация в 2-5 или 2-6. Да, наверное, 4 все-таки, вот я смотрю, как установлен маркер. Так вот, продолжая историю взаимоотношений между командами, собственно, был вот этот знаменитый полуфинал, в котором, четвертьфинал, в котором спартанцы выиграли, потом вышли в финал, и там уже, к сожалению, проиграли патриотам. И был 17-й год, когда спартанцы обыграли, довольно уверенно обыграли их в сезоне, снова в Петербурге, к слову сказать. Александр Яцуненко на приеме, но нет, не выталкивает его за пределы поля. Не набирает он первый даун. Приносит он где-то 4 своей команде, 3 или 4. Вот, в общем, будет сейчас ситуация 3-2, наверное, что-то типа того. Да, 3-й даун. Так вот, уверенно очень обыграли в 2017 году спартанцы грифонов в Петербурге, вернее, в городе Пушкин, где их проводят свои домашние команды. Домашние матчи, простите, петербургская команда. Но потом в полуфинале, когда грифоны уже приехали в Москву, стоялся, наверное, не менее знаменитый матч между ними, который грифоны выиграли 12-13 с очень таким характерным забегом
Антона Багаутдинова, который вернулся в тот момент в Грифон, это квотербек, с которым Грифон побеждали в свое время в 2015 году. Теперь, кстати говоря, тайм-аут взяли, судя по всему, Грифоны, и будут решать, как им отставить эти 2 ярда, чтобы не дать спартанцам набрать первый даун. Так вот, они выиграли 12-13, это был очень равный матч, в котором было неясно, кто победит до самого последнего конца, и, в общем, у спартанцев были совершенно чемпионские амбиции в тот год, все у команды получалось. Был так называемый perfect season, то есть в сезоне команда выиграла все свои матчи, в том числе она выиграла и Грифонов, и Патриотов, например, которые в итоге потом стали чемпионами. Но вот это вот досадные ошибки, наверное, все-таки не одна ошибка, была серия ошибок, которые привели к такому результату. Вот они стоили команде выхода в финал или, возможно, чемпионство, потому что тогда спартанцы смотрелись, ну, к минимуму, не хуже патриотов, да, то есть сложно говорить о том, что они были лучше, потому что все-таки команды стоят друг друга, это во-первых, во-вторых, ну, патриоты это все-таки команда исторически очень сильная, это у них 13 чемпионских званий, и как бы обыграть, за то, чтобы обыграть патриотов, борются все. Вот сейчас неправильно, по-моему, делает Алексей Козлов. Что он делает? Его сейчас захватят сильно в минусах. Он потеряет первый даун для своей команды. Он у него был, между прочим, в самом начале, когда его захватывали. Ему нужно было просто лечь, и он получил бы свой первый даун. Но он решил попробовать пробежать дальше. Он решил сделать такую дугу. Но вот на этой дуге защитники Грифонов его поймали. И мало того, что отодвинули спартанцев, еще не дали им набрать первый даун. Это гораздо важнее. И сейчас будет... Собственно, у нас пант в зоне спартанцев, снова Мари Гриняев с мячом. Ну, вот так вот закончился драйв спартанцев. Отстаивают свое поле Грифоны, сейчас будет возврат, посмотрим, 37 номер, но нет. Показывал он сигнал свободной ловли, собственно, когда игрок, возвращающий мяч, так машет над головой, показывает, что он мяч поймает, но возвращать не будет. Собственно, этот сигнал он предназначен для того, чтобы его не атаковали защитники. Потому что, когда игрок ловит мяч, он находится довольно в беззащитном положении. И часто игроки, если не показали сигнал свободного или собирались возвращать, на них на всей скорости бегает кто-то из защитников. Там, Гандеры, например. Ну, как здесь сложно сказать, защитники, потому что это спецкоманды, все-таки команды, которые пробивают поле. Но команды, игроки, с чьей целью является захватить игрока. И они вбегают в него на всей скорости. И, конечно же, это очень травматично, травмоопасная ситуация. Еще один вынос. Вох, очень сильный, очень хороший такл от Ивана Мевшева. Номер 38 был на выносе у Грифонов. Номер 38 это у нас Эльвин Иманов. Один из бегущих Грифонов. Захват в минус выполнение защиты московских спартанцев. Иван Мевшев был на захвате. Ну и вот и тот полуфинал, в общем, был с шоком, стал шоком таким для московских спартанцев. Не вышли они тогда в финал, хотя явно не считали себя сильнее Грифона. Ну и вот сегодня есть шанс поквитаться за это. Хотя, скорее всего, исходя из турниров раскладов, в общем-то, еще встретятся спартанцы и Грифоны в этом сезоне. Вот сейчас Александр Кытин показал класс, прервав передачу Глеба Барабошкина. И сейчас в глубине поля третий даун будет у Грифонов. Очень ярко поддерживает свою команду болельщиков спартанцев. Но все-таки матч в Москве и довольно солидную публику по меркам зрителей, наверное, американского футбола в России собрали спартанцев. Здесь довольно много человек пришло на стадион. Итак, третья попытка. Глеб Барабошкин. Вынос. Нет, на пути у Андрея был Глеб Аверков, номер 32. Андрей Мансуров, в смысле, хотел сказать, номер 19 у Грифонов. Интересно, что Глеб смог не просто затеклить самого Мансурова, но в этот момент против него еще играл блокировщик. Не очень понятно, что делал блокировщик. Его целью явно было заблокировать Глеба Аверкова, но тот не просто не смог его заблокировать, он еще и затеклил Андрея. Одно из лучших, опять же, бегущих России. Я буду часто сегодня это повторять, но, в общем, когда человек показывает такой класс, я думаю, что вполне справедливо. Пант. Очень неудачный пант. Очень неудачный пант. Он пересекает линию, боковую линию поля в районе примерно 46, наверное, ярдов. В районе, на стороне поля Грифонов. И вот это вот очень неудобное положение явно для
неудобное положение для защиты грифонов, потому что, ну, в какой-то мере короткое получилось у спартанцев. В бэкфилде у спартанцев Павел Левашов и Денис Пронкин. Еще по-прежнему 0-0, напоминаю. Прием Александр Яцуненко. И что, сколько набирает? Набирает около 6 ярдов. Довольно уверенный прием. Ну, что интересно, не так много квотербеков, не так много команд в России, способных играть короткий пас. У спартанцев не были такой команды. Спартанцев была команда выносной, собственно, это джетсвип. Немного подзабытый у профессионалов той же лиги американского футбола в США, в НФЛ, я имею в виду. Он был основой нападения спартанцев. Очень уверенно они двигались по полю. В том числе, например, в матче против Capitals, которые явно готовились к другому нападению спартанцев. И смысл в том, что спартанцы всегда играли джетсвип. В общем, была команда, выносящая так, триплеями, хитростью, там, умелой игрой блокировщиков. И это прием за Сергей Якушев! Не теряет он мяч! Ничего себе! Очень странная у нас ситуация произошла на поле. Меня, к сожалению, немножко отвлек режиссер этой трансляции. Судя по всему, у меня что-то произошло с наушниками. Я надеюсь, что до этого вы всегда меня слышали. Но что сейчас произошло? Сейчас Сергей Якушев был на приеме, и он забегал уже в зачетку Грифонов. Это должен был быть тачдаун. Но прямо перед зачеткой случился фамбл. И он выронил мяч, и мяч поскакал в зачетную зону Грифонов, и там его уже накрыли. Тоже немножко так странно и комично, наверное, потому что мяч катился, он отскакивал от игроков. Но его в итоге все-таки накрыли в защитники Грифонов, и это переход владения. Это будет тачбэк, и сейчас 20 ярдов насчет нападения Грифонов. Вот так. Очень интересно сегодня складывается матч, интересно за этим следить, потому что, в общем, спартанцы сейчас были как никогда близки к набору очков, но досадный фамбл Сергея Якушева, в общем, очень серьезно этому помешал. Но тем интереснее. Свип у Грифона в этот раз. Роман Клушин. Очень неплохо он изменил направление. Смог отсечь какое-то количество защитников. И это позволило ему набрать, ну, по-моему, ярдов 7. Да, около 7 ярдов. Сейчас будет 2-3. Все блокировщики старались то, чтобы помешать Якушеву пройти именно по широкой стороне поля. Тот очень вовремя сумел измениться на направлении, побежать в центр, где уже было меньше игроков, и там уже они его отсекли. Показывают блиц спартанцы. Барабошки, ну, быстро сам идти, но сейчас, конечно, его захватят. Захватят, но вот был ли первый даун, мне кажется, был. Опасное, естественно, решение у Барабошкина, потому что все-таки там довольно такие парни с мускулами у спартанцев в D-line. В общем, они могут очень неплохо захватить, так что потом будет больно. А вот когда, если у тебя травмированный квотербек, то сложно нападать с таким квотербеком. Но, к слову сказать, у Грифонов это все-таки не основной квотербек в запасе, хотя до этого всегда был в основном, собственно, бывший D-liner как раз у Грифонов. Номер 99 Дмитрий Чернышев, добившийся, Сергей, очень больших успехов именно на позиции текла защиты. Данил Мусенко на приеме, но прямо в центре поля это происходит. Здесь, конечно же, сразу человек 5 у спартанцев будет мешать ему пройти дальше. Но конкретно 3 человека сейчас было на захвате. И был и Александр Романенко, номер 36, и Глеб Аверков, номер 32. И кто-то из D-Liner присоединился. В общем, ну, немного шансов, да, действительно, у Данила Мусенко было пройти вперед. 35 ярдов, 2-6. Грифоны. Снова джетсвип. Это Роман Клушин, и он роняет мяч, между прочим. Но нет. Конечно, не дадут сейчас никакого тачдауна Роману Галиеву, номер 91, потому что он все-таки сначала приземлился, уже потом мяч потерял. Нет. Ну, вообще-то, строго говоря, конечно, Галиев делал все правильно. Если ты видишь мяч, тебе нужно как бы не слушать никого, брать и бежать. Я думаю, что сейчас никаких
Санкции за это не последуют. Даже не пытаются спорить спартанцы. Ну, Клуш действительно приземлился, и потом, уже когда он был приземлен, от него мяч отскочил, собственно, это уже конец розыгрыша. Вот Клуш сейчас пытался проделать ту же самую штуку. Он пытался резко изменить направление и побежать в другую сторону. Ну вот не получилось, да, подскользнулся он. Короткий ворс этого поля в Москве. Здесь нужно быть поаккуратнее, особенно если у тебя длинные. Длинная передача! Нет, здесь не будет, конечно, прием. Здесь столько игроков в одном месте. Если бы еще Швецов и зафиксировал этот мяч. Но стоило бы признать. Тем не временем, флаг на поле. Возможно, там было или вторжение, или что-то вроде того. Как правило, ну, если такой флаг, то это, скорее всего, вторжение. Но дают играть в нападении с возможностью потом этот розыгрыш отменить. А нет, смотрите, это нелегальная формация именно в исполнении грифонов, и поэтому сейчас спартанцы, безусловно, не будут принимать это нарушение. Зачем им? Они и так очень хорошо защищались от розыгрыша. Сейчас будет четвертый даун, и будет, безусловно, пант у грифонов на этом четвертом дауне. Интересно вот еще о чем поговорить. Команды, безусловно, подошли в очень неоптимальной форме для обеих команд в этом сезоне, потому что спартанцы были очень тяжелые сезон. Они играли в Кубке Монте-Карло. Вот еще один очень плохой пант. Очень неудачно сегодня панты бьет Дмитрий Бабаев у грифонов. Да, приземлился в этот раз еще ближе. Это в прошлый раз нам казалось, что он неудачно пробил, когда мяч пересек 45-ярдовую отметку на собственной стороне поля. Сейчас примерно 37 или что-то типа вроде того. Нет, 38, наверное, судя по положению маркера и положению мяча. Я смотрю, но все равно очень неудачно. Мяч полетел строго вверх, и, в общем, немножко не так нужно бить панты. Не хотел бы посоветовать Дмитрию Бабаеву, но я думаю, что ему тренеры все выскажут. И там тренировки будут еще тренировать этот удар. Головешкин в моушене. Левашов... Хорошо идет по спинам Головешкин. 100% первый даун. Я думаю, что ярдов 12 или 13 он набирает на этом розыгрыше. И спартанцы уже на 25. Ну, вот сейчас в red zone примерно уже забирают и спартанцы. Поговорим о сложностях чуть позже. Яцуненко поймает этот... Есть! Да! Тачдаун Александр Яцуненко. Судя по... Бэк-джаджу, все, он был в поле, он просто поймал этот мяч, он перепрыгнул дебека грифонов и набирает первые очки для своей команды, спартанцы ведут 6-0. Александр Яцуненко, номер 11, один из самых опасных принимающих московских спартанцев, блестящий играющий как и на возврате, так и на приеме. И, собственно говоря, наверное, о том, что спартанцы и грифоны не очень в оптимальной форме подошли для этого матча. Ну вот Яцуненко-то остался, Яцуненко же есть, и, собственно, есть Якушев из спартанцев, хотя нет других двух звездных принимающих, которые, конечно, много изменили в игре. Это, собственно, номер один Павел Вороненко, это, ну, исторический, один из лучших, если не лучший, если принимающий. Да, все, здесь забил, 7-0, забил, имею в виду, Сергей Калачев, который забил этот филгол. Так вот, нету Павла Вороненко, номер два, который травмировался в матче с... теми же Capitals в финале Кубка Монте-Кларка. И нету номера 10 Александра Щербакова, который тоже травмировался в матче с Capitals. Ну, к счастью для спартанцев, турнирное значение на самом деле сегодняшний матч имеет немного. То есть здесь скорее какие-то личные счеты грифонов против спартанцев, потому что спартанцам хочется им все-таки отомстить за тот самый полуфинал, когда спартанцы очень обидно проиграли и не вышли в финал. Я имею в виду полуфинал прошлого года. Превратив перфект из спартанцев, в общем, в невзрачный полуфинал, скажем так, да. Не посчитались, по-моему, спецкоманды грифонов. И не хватает им одного игрока в набегании, в возврате, простите. Так вот, с точки зрения турнирных перспектив, но, на самом деле, этот матч имеет не очень много значения. Во-первых, повторюсь, это последний матч для грифонов. Если они его выиграют, то они закончат с результатом 5-2. Да? У спартанцев сейчас уже 5-0. То есть, как бы, спартанцы, грифоны никак не обойдут спартанцев.
Хотя нет, я вот сейчас подумал, на самом деле в чемпионате России ведь важно являются результаты личных встреч. Ой, ну здесь захватили, конечно, все. Может, не возвращать. Интересно, что там Иван Головешкин пробежал, прилетел мимо возвращающего Грифонов, но при этом Иван Головешкин очень сильно замедлил, и потом уже было проще Александру Романенко его приземлить. Так вот, с точки зрения турнира перспектив, есть математический шанс такой, что спартанцы проигрывают Грифону, проигрывают Ярославлю, и тогда они оказываются на третьем месте в чемпионате России. И тогда они будут играть в полуфинале с патриотами на выезде. Ну, это все равно Москва будет, на самом деле, такой относительный выезд очень. Альтернативный вариант, если спартанцы, допустим, выигрывают сегодня, но проигрывают Ярославлю, они все равно становятся первыми в чемпионате России. Да? Потому что по личным встречам с патриотами они впереди. А если они выиграют оба матча, они все равно впереди. Ну, в общем, как бы довольно утопичным выглядит вариант. Есть время, это СЭК! Александр Кытин и Александр Зайцев, по-моему, Артем Береговой там был. Накрыли они Глеба Пробошкина, это уже не первый СЭК сегодня. Ну, не мудрено, конечно, как бы о силе и делании спартанцев очень много говорится, в общем, заслуженно много говорится. И, поэтому любой квотербек, играя против спартанцев, должен понимать, что он периодически будет получать от этих парней. И, в общем, промедление здесь смерти подобно. И тем временем объявляет нам 2-минутное предупреждение. Счет у нас остается 7-0. Это значит, что у нас скоро, уже совсем скоро, большой перерыв в этой встрече. Знаешь, матч по американскому футболу состоит из 4 четвертей. Первая половина, это первая, вторая четверть, и вторая половина, третья, четвертая четверть. То есть команды меняются сторонами поля 3 раза. Пасовая комбинация, Барабошки, но нет, снова сек. Артемий Роговой, номер 59. Артемий Роговой, один из лучших дилайнеров России. Это MVP чемпионата России 2016 года. Когда он смог набрать в сумме с матчами плей-офф и финалом, разумеется, он смог набрать, если не ошибаюсь, 10,5 секов. Тоже он заметно оторвался от своих преследователей, как и Илья Шакуров в этом сезоне. Но, к сожалению, как бы звание MVP чемпионата России, оно имеет такое немножко... что ли, проклятие, потому что люди, которые становятся MVP регулярно в сезоне, не становятся чемпионами. Дело в том, что MVP чемпионат России по версии журнала «First in Goal», потому что именно «First in Goal» вручает, это не значит, что это единственная награда MVP, вполне себе лига может себе вручить свою MVP по своей версии. Юрий Барабошкин, пас, Александр Павлюк, номер 12, был на приеме, но здесь, конечно же, его загасили, здесь уже 3 человека было, которые, в общем, были не согласны с тем, что номер 12 должен продвигаться по полю с мячом. Так вот, чемпионат России, MVP чемпионат России по версии в сайте First and Goal не становится чемпионом России. Дело в том, что, во-первых, вручается звание MVP до финала с точки зрения First and Goal. Финал является совершенно отдельным матчем. Здесь очень важно, чтобы не смешивалось достижения в регулярном сезоне, то есть когда ты играешь много и регулярно, скажем так, да, и один сезон, когда, в общем, один матч, в общем, который можно там выдать игру всей жизни и стать чемпионом России. Но я думаю, что, в принципе, звание чемпиона России, оно немножко важнее, чем звание MVP. Тем временем у нас попытка здесь пробить пант Дмитрия Бабаева, и, кажется, было нарушение. Давайте послушаем, что здесь было. Судя по всему, фальстарт был, и еще на 5 ярдов отодвинули Грифонов. И снова мы напоминаем, что очень плохие панты у Дмитрия Бабаева. И в этом смысле как-то очень далеко отошли Александр Яцуненко и Мари Гриняев. Стоит им поближе быть, потому что все поле все равно не перепнет Бабаев. Это, ну, в общем, да, опять все то же самое мы видим. И пант приземляется на отметке раз 30 ярдов. Такое ощущение, что соревнуется Бабаев сам с собой, он все ближе и ближе подводит нападение спартанцев к собственной зачетной зоне, что, в общем, не играет на руку Грифонов совершенно точно.
Так вот, заканчивая тему, у меня немножко периодически перебивает события на поле, но заканчивая тему MVP чемпионата России, да, так получается, что, в общем, чемпион, обладатель MVP не становится чемпионом России. В 2015 году MVP чемпионата России стал Игорь Чернолуцкий, квотербек московских патриотов. Ему вручили, собственно, трофеи сразу перед финалом, и потом патриоты проиграли. Финал тем временем, кажется, закончилось время, да, то есть двухминутка истекла как-то сильно быстро, да. Да, все, закончилась вторая четверть, счет у нас 7-0. Благодаря тачдауну Александра Яцуненко спартанцы вышли вперед. И, ну, заканчиваем немножко тему про MVP, все-таки не хочется договорить, прежде чем мы с вами уйдем на перерыв. В 16 году стал MVP Артемий Роговой, дилайнер, что очень любопытно, конечно. И в финале спартанцы проиграли, опять же, патриотам. В 17 году MVP стал Иван Головешкин, но тогда спартанцы не играли в финале, они проиграли, как я говорил, тем самым Грифоном в 1-2. И, в общем, там даже технически спартанцы не могли стать чемпионами, потому что, ну, в общем, они просто не вышли в финал. В общем, такие дела. Будем смотреть, кто же у нас в этом году станет лучшим игроком. И будем надеяться, что все-таки это не проклятие, а просто три совпадения совершенно случайных. И может стать и MVP чемпионат России, и чемпионом. На этой ноте мы, наверное, прервемся на большой перерыв. Будет у нас с вами минут 10. Немножко отдохнуть и подумать над, возможно, матчем. Возможно, вспомнить лучшие моменты. И присоединиться к нам через 10 минут. Посмотреть третью, четвертую, четверть. В американском футболе самое интересное происходит именно в третьей и четвертой четверти. Спасибо вам. Встретимся через 10 минут.
Я себя слышу, да. Ты меня у себя слышишь? Мальчик? Вот, это шоколад.
Я приезжал, когда не брал, что это все. Да, он писал, как он сюда.
Здравствуйте, дорогие друзья! Возвращаемся мы с вами на поле стадиона Трутно в Москве, на Варшавском шоссе. У нас вторая половина встречи между московскими спартанцами и грифонами из Санкт-Петербурга. Счет на данный момент 7-0. Мяч поймал в защитной зоне грифонов Александр Ясуненко, номер 1, за Спаса и Павла Левашова. Это случилось у нас в третьей четверти. И с тех пор, в общем, в плане набора очков больше ничего не происходило. Хотя вообще матч чрезвычайно полон на разные события. Здесь у нас множество было уже и перехватов, в том числе и в Red Zone, и фамблов, и, в общем, наверное, чуть ближе к набору очков в целом были московские спартанцы. Особенно стоит заметить фамбл Сергея Якушева. Вот это было тоже в третьей четверти, когда он поймал и на всех парах несся в зачетную зону, но догнали его защитники грифонов и сумели выбить у него мяч прямо перед зачетной зоной. Он отскочил и вылетел в зачетную зону, где его снова накрыли уже защитники грифонов. Там такой немножко был парад ошибок, но все-таки грифоны его накрыли и, в общем, не дали спартанцам тогда заработать очки. Сейчас снова спартанцы в нападении. И вот неудачный снэп, еще одна ошибка в исполнении московских спартанцев. Неудачный снэп в низком слишком летел для Павла Левашова, у него начал не отскакивать, и, в общем, Павлу ничего не оставалось, кроме как принять, что называется, если не фамбл, то тот факт, что как бы ничего из этого розыгрыша сделать не получится, он просто его накрыл, и на этом, собственно, розыгрыш весь и завершился. 2:15 где-то сейчас у спартанцев. Предыдущий, собственно, это был возврат спартанцев. Спартанцы донесли до 30-ярдовой отметки. Сейчас 35 ярдов. 25, простите, у меня стартует. 2:15. Якушев в моушене. И уходит, смотрите, Левашов ушел от цека. Ильи Шакурова, номера 90. И мы не раз уже упоминали этого игрока сегодня в нашей трансляции. Очень яркий, очень мощный защитник, очень хороший рашер у грифонов, но сейчас вот оставил немножко его в дураках Павел Левашов. Сумел он его развернуть таким образом, что вот он ушел. И вот здесь травма, к сожалению, еще одна. Не вижу я номера игрока, который там лежит. Надеюсь, что не очень сложно все, хотя, боже мой, там раз там в носилке разворачивает. Да, это не очень хорошо. Надеемся, что все-таки не слишком серьезно. Нет, встает. Да, это как раз Илья Шакуров, номер 90. Видимо, где-то вот в этой вот судороге. Там Павел Левашов, собственно, он ушел тогда от цека, смог отдать передачу, был прием. В итоге смогли попытаться заработать 5 ярдов на этой розыгрыше. Однако, в общем-то, это компенсация того неудачного снэпа, который был на первой попытке. И сейчас он получается 3:10. Вернулись к своему изначальному положению в начале этого драйва спартанцы. Павел Левашов и Денис Пронкин у нас в бэкфилде. Это пасовая комбинация. Левашов. Дальняя передача. Кто-то на Алексея Кослова. Это будет перехват. Конечно, это будет перехват. 32 номер. Денис Халтурин, по-моему. Точно, Денис Халтурин. Переход этот мяч.
И это дарит, ну, если не короткое поле Грифонам, то очень неплохое положение. Они будут стартовать сейчас со своих 46 или 47. Я не очень могу понять, сколько на самом деле ярдов между 40 и отметками 40 и 50. Но если около 10, то это у нас примерно 47 ярдов. Ну, дело в том, что поле по американскому футболу размещается по принципу от зачеток. Как правило, между 40 и 50 редко так бывает, что будет есть ровно 10 ярдов. И на самом деле, среди всех полей, которые мы в американском футболе видели в России, наверное, поле стадиона Труда одно из самых широких. В том смысле, что здесь есть, ну, если не 10, то почти 10 ярдов. Тем временем фальстарт у Грифонов. И их отодвигает уже куда-то вот... Ну, слово сказать, смотрите, их отодвинули на отметку 41 ярд, то есть они до этого были, соответственно, 46. Ну, или 47. Короче, вот смысл именно в том, что не всегда хватает 10 ярдов на между отметками 40 и 50, потому что размечаются от зачеток. И вот, например, на поле в Зеленограде там, ну, ярдов 5, дай бог, если есть. Ну, в большинстве случаев около там 6-7. Второй 15 Грифоны. Пас. Дальняя передача куда-то в сторону Романа Клушина. Это была передача, так как все-таки не добросил Глеб Барабошкин мяч до него. И вот, ну, мяч ударился куда-то вот в поле. Мы много говорили о том, что матч этот у нас при всех, в общем, исходных данных, мяч, наверное, не очень важен для обоих команд, потому что в турнирной перспективе он мало что решает. То есть самое худшее, что может произойти для спартанцев, это не проиграть сегодня и потом через неделю в Ярославле. Ну, кто знает, знаком с чемпионатом России, понимает, что типа, ну, шанс того, что спартанцы проиграют в Ярославле, он чрезвычайно мал. Ну, в том смысле, что там все-таки команда, которая, ну, значительно по классу отстает от спартанцев. Ну, сейчас еще один непойманный пас, и снова на приеме должен был быть Роман Клушин. Но вот он не поймал этот мяч, перебросил его Глеб Барабошкин. Ну вот из турнирных перспектив ничего не решает. То есть даже если Грифон, простите, сегодня выигрывает, то как бы спартанцы, скорее всего, выиграют следующий свой матч в Ярославле, останутся на первом месте. И, в общем, никаких проблем для спартанцев. Потенциально это поражение ничего не принесет. Но как бы, о чем об этом говорить? Сейчас спартанцы вообще выигрывают этот матч. И для Грифонов, на самом деле, это поражение тоже ничего не решает. То есть они, если проигрывают, они просто остаются на третьем месте, и они в полуфинале, а вот это самое интересное, что начинается, в полуфинале они будут играть с теми же самыми спартанцами. Если вы помните прошлый год, если вы смотрели тогда футбол, тем временем у нас еще не сак, по-моему. Да. Там сразу три дилайнера было на... По-моему, это был Глеб Барабошкин, но он остался с мячом, да, это сак. Совершенно верно. Слишком сильно задержал мяч Глеб у себя, и здесь все-таки там слишком солидные, скажем так, игроки у спартанцев в Дилане, слишком мощные и тренированные. Хорошие игроки в Дилане есть, безусловно, и у Грифонов. Вот мы о Шакурове говорили, вот, кстати, ушел он в сопровождении врача куда-то. Надеюсь, что ничего серьезного с ним не произошло, но, тем не менее, на бровке я его сейчас не вижу. Пока что нет, да. Четвертый – это пант. Мы помним панты Дмитрия Бабаева. Надеюсь, что, может быть, за... Вот, ну, наконец-то, что-то нормальное получилось Дмитрия Бабаева в плане панта. Приземляется мяч где-то на вот 35, отметку 35, 34-35 ярдов у московских спартанцев. Но до этого у Дмитрия совершеннейший кошмар был с пантами. Он пинал их строго вверх. И они пролетали, дай бог, ярдов 20-30. То есть он каждый раз соревновался на том, как же близко он мячик оставит, как близко к штрафной Грифонов. И здесь, ну, сказать, нужно сказать к чести Грифонов, из всего этого великолепия спартанцев в нападении смогли выжать только 7 очков. Великолепие, я имею в виду, такого большого количества шансов, которые они получали в плане короткого поля. Первые 10 спартанцев, Левашов в бэкфилде. Иван Головешкин номер 22 в моушене. И очень плохой. И что? И вот теперь получает короткое поле уже Грифоны. Снова плохой снэп. Мяч пролетел мимо рук Павла Левашова. И более того, казалось, что Иван Головешкин этот снэп должен накрывать. Этот мяч, простите, снэп-то уже никто не накроет этот момент, да? А Иван Головешкин, в принципе, был на этом мяче. Но
Дилайн Грифонов умудрился в этом ситуации справиться лучше. Нет, я вижу номер 90, все-таки был на поле Яшакуров, все нормально, все с ним хорошо. И доктор, который был сегодня, готовился чуть ли не на носилках его уносить, да, видимо, допустил его обратно до игры. Но вот слава богу, потому что все-таки терять такого шикарного пасрашера, ну, даже просто если его болеть там, спартанцев, ну, все-таки было бы нечестно. А Мансуров? Нет, это пас! Это пас, и почему его сбил Артемий Роговой в тот момент, когда его пытался оттолкнуть линейный нападение Грифонов. Это очень интересный момент, да, то есть, как бы, держа, контролируя, как будто бы его, его, имею в виду, Артемия Рогового, вот он не смог добиться того, чтобы Артемий Роговой просто своей рукой могучий этот мяч не сбил. 2:10. Большое сегодня количество ошибок у обоих команд. Начинал уже эту тему про то, что и спартанцы, и грифоны подошли вот к этому матчу очень не в оптимальных составах. Много игроков отсутствует. Бурабошкин, длинная передача. Есть прием, это будет тачдаун! Нет, не было тачдауна. В одной ярдовой отметке. На приеме был у нас Марк Швецов, номер 18. Мы уже отмечали, как он хорошо принимал мяч в начале матча. В первой четверти, по-моему, очень неплохой у него был прием. Сейчас что-то похожее снова в центре поля он поймал. Возможно, та же комбинация, просто не помню первую, к сожалению. Но ситуация очень похожая. Первый гол Грифоны. Но вот из этой ситуации нужно, конечно, заносить, нужно набирать очки. Уж не знаю. Попытка передачи. Нет, никто не принял этот мяч. Ну, я думаю, что сейчас просто нужно какое-нибудь очень тяжелое построение сделать Грифоном и, ну, просто затолкать этот мяч в защитку, потому что у них, ну, ярд нужно пройти. Ярд всегда можно пройти. К чему вообще играть и в пасовые розыгрыши? Мы помним, в общем, одному из суперболов, когда с такой же позиции получили перехват Seattle Seahawks. И, в общем-то, это один из самых больших, ну, если брать какой-то короткий промежуток времени, не весь матч суперболов, да, а самый короткий, самый такой яркий апсет. Мы сейчас должны проталкивать, и что? Смотрим на судей. Если тачдаун. Да! Не могу я понять, автор этого тачдауна, но кажется, это тот же самый Глеб Барабошкин, который просто затолкал мяч за щетку. Или, к сожалению, вот не могу я быть уверенным за тем, кто именно этот мяч туда затолкал, но будем считать, что Глеб Барабошкин, потому что, в принципе, довольно логично было бы. Ну, ничего страшного для спартанцев не произошло. Сейчас грифоны будут, скорее всего, пробивать экстрапоинт. Играть здесь двухочковую не нужно и бессмысленно. Дмитрий Бабаев, номер 7. Холдером у него выступает Михаил Евшуков, номер 3. Да, ну это забитый, конечно, филгол. Все нормально. Сейчас становится 7-7. Ну вот, короткое поле. Буквально ошибка на снэпе. Он полностью переворачивает игру для московских спартанцев. Теперь они уже не ведут. Теперь им уже... Ну, правда, они и не догоняют. Сейчас счет ничейный 7-7. Но, в общем, не будут так уверенно себя чувствовать дальше московские спартанцы. Как говорил футбол, эта игра не самая интересная вступает в третьей, в четвертой четверти. И в этом смысле как бы у спартанцев и у грифонов есть все для того, чтобы закончить, скажем так, матч наилучшим для себя образом. Но опять же, повторюсь, это скорее эмоциональная история, в том смысле, что, ну, мало влияния она будет оказывать для турнирного положения. Скорее всего, спартанцы останутся над первыми, и, скорее всего, они встретятся с грифонами в полуфинале. И это такой разминочный матч, он не значит почти ничего в турнирном смысле для обоих команд. Но вот единственное, что может случиться, спартанцы могут потом проиграть Ярославлю. Обратите внимание,
У нас начальный удар. Его будет возвращать Амри Гриняев, номер 4, 94. Очень неплохо возвращает на отметку 35 ярдов. Что ж, стоит отметить, что именно вот с такой, с похожей позиции в прошлый раз ошибся на снэпе. Не знаю, чья это была ошибка, снэпера или, может быть, самого Левашова, но была она. И это, в общем, привело к набору ярдов у грифонов. Тем интереснее нам смотреть сейчас матч. Денис Пронкин с мячом, и его накрывают, даже в минус спартанцы получают на этом. На этом матче. Он пытался пошироко пройти. У меня есть такое ощущение, что, возможно, просто Дилайн грифонов разгадал комбинацию. И вот прохода, которые должны были открыть алайнером из ключей, для Дениса Пронкина не было. И ему пришлось срочно смещаться вправо. Ну, а там его уже поджидал кто-то из эндов грифонов, скорее всего, тоже Шакуров. И вот перехват! Еще одна ошибка в исполнении москвичей. Еще одно короткое поле. Но не такое короткое, как в прошлый раз. В этот раз Федор Акимов, номер 23. Здорово играет защита грифонов. Но вот вам к вопросу о влиянии защиты. Да, почему защитники иногда становятся MVP? Именно потому, что они в нужный момент могут дать владение своему нападению. Тем временем у нас завелись трибуны. Видят, что у спартанцев не так все хорошо, как хотелось бы им, наверное, и их болельщикам. Поэтому включились у нас трибуны, включились болельщики, и кричалки начинают подбадривать защиту черно-золотых. Второй и 9. Это будет пасовая комбинация Барабошкин. Снова Швецов на приеме. Одна из основных целей сегодня у Барабошкина, что довольно любопытно, потому что все-таки, ну, главным принимающим для грифонов всегда являлся Данил Мусиенко. Бесчисленное количество мячей он поймал в матчах с многими другими соперниками. Но во многом, мне кажется, дело в том, что просто было попроще стоять в конверте куттербэка. Когда это был Дмитрий Чернышев, вот сейчас это Глеб Барабошкин. Но потому что все-таки Даниил Мусиенко, он привык ловить в глубине. И еще один фамбл, посмотрите, еще один фамбл, но в этот раз совершенно точно его накрывают грифоны. И этот отодвигает команду примерно еще ярдов на 6-7. И мы сейчас с вами получим четвертый 20, ну или там 19-18, возможно. Снова возврат. Ну, для хорошего возврата еще нужно хорошо пробить. Ну, мы видим, что, видимо, с пантером грифонов был проведен серьезный разговор. Начал резко лучше бить их после перерыва. Ну вот сейчас, например, вот это вот отличный пант. Вот это вот совершенно серьезно. Александр Яцуненко, возврат. Очень хороший возврат Яцуненко. Он возвращает примерно на 49 ярдов. И начинают спартанцы будут на стороне поля грифонов. Вот это такой тоже важный, интересный момент. Первые 10. Посмотрите, сменился квотербек у спартанцев.
Вышел Кирилл Святкин, номер 29. Значит, игра будет совершенно другая сейчас у спартанцев. Иван Головешкин. И он... Сколько он проносит? Ярдов 9? Нет, ну 9, наверное, там не было. Ярдов 7. Снова тяжело поднимается один из игроков Грифонов. Это Федор Акимов, который так блестяще сыграл в предыдущем драйве. Он перехватил мяч. Ну вот, слово сказать, Дмитрий Хайтовский сейчас говорит, пожалуйста, приди в себя, прежде чем тебя выпускать обратно. Ну да, явно не очень хорошо себя чувствует Федор Акимов. В этом смысле, почему он собирался оставаться на поле, не совсем понятно. Вынос номер 30, Владимир Алексеев. Блестяще выносит, доносит до 30 ярдов. Вот совершенно другая игра у спартанцев пошла. Явно не были готовы к этому грифоны. Сменили формацию спартанцев, не знал их патриотами. Сменили спартанцы свое построение. Ну и, в общем, грифонам нужно, видимо, взять тайм-аут или что-то придумать. Потому что сейчас у них совершенно нет идеи, как против этого играть. Снова вынос, но в этот раз нашли противоядие грифоны. Остановили они снова Владимира Алексеева, номер 30. Не смогут пронести ни одного ярда. И у нас второй 10. Головешкин в моушене, он с мячом выносит, Головешкин. Очень хорошо, но нет. Тоже, мне кажется, он то ли запнулся, то ли, возможно, поскользнулся. Поскользнуло поле, не дало ему возможности низко обойти защитника, которого, условно сказать, вот он блокировал один из линейных спартанцев. Но поэтому, конечно, принес какие-то ярды, но, возможно, ярд в лучшем случае. Ну вот, смотрите, только мы сказали, что грифонам нечего совершенно сказать. Защите спартанцев, как все поменялось. Но, видимо, насытили они каким-то образом фронт. Кирилл Святкин, длинная передача. И это прием, посмотрите, это прием Александра Яцуненко. Вот в такой ситуации умудряется Александр Яцуненко ловить мяч. Какие-то претензии пытается предъявить защита судьям, но я, честно, не понимаю, какие можно. То есть там два игрока абсолютно честно и легально боролись за этот мяч. И я бы даже сказал, что, возможно, если и была какая-то интерференция, когда она была со стороны игрока Грифонов. Ну, возможно, что этот момент потом пересмотреть, просто чтобы было поинтереснее. Но то, что Александр Яценко в такой ситуации умудрился поймать мяч, ну, это большая честь и хвала Александра Яценко. Идет, мне кажется, он за вторым к ряду званием лучшего игрока матча. Это Владимир Алексеев выносит по центру, это тачдаун! Тачдаун, спартанцы! Номер 30, Владимир Алексеев на выносе. Счет у нас становится 13-7. Экстрапоинт будут бить московские спартанцы. Номер 8 Сергей Калачников у мяча. Да, был удачной реализация. Счет становится 14-7 в пользу московских спартанцев. Ну вот у нас как интересно началась вторая половина, правда? В третьей четверти у нас уже по тачдауну занесли и та, и другая команда. А если первая половина закончилась с счетом 7-0, то вот третья четверть уже 7-7. Обе команды, правда, это в сумме дает преимущество московским спартанцам. И, наверное, какое-то есть визуальное ощущение, что спартанцы просто отыграли ошибку на снэпе, но все-таки. Футбол такая игра, что где всегда может случиться какая-нибудь ошибка, недоработка, мяч может неудобно отлететь. Тачдаун может возникнуть совершенно на пустом месте.
Начальный удар будет пробивать Амари Гриняев, номер 94. Очень сильный удар, разумеется, тачбэк. Не стали даже пытаться вернуть этот мяч Грифона. Ну, мы много говорили о том, что у спартанцев не оптимальный состав, да, то есть нет довольно многих ключевых игроков. Я вижу, что в линии нападения совершенно точно нету Александра Семчукова, номер 51, из лучших линейных у спартанцев. Совершенно точно запасной центр, я не вижу Андрея Пересыпкина, номер 70, который играет почти всегда у спартанцев. Нету Александра Щербакова, нету Павла Вороненко. Но это все про нападение, да, в защите более-менее все хорошо у спартанцев. Хотя нет, я вижу, что нету 27-го номера Ивана Воробьева, корнербэка. Ну вот, наверное, так. У грифонов тоже не все хорошо, скажи точно. Вот, например, нету Виктора Бута, который вернулся триумфально в прошлом матче. А сейчас у нас сек в исполнении Романа Галиева, номер 91. Ух, досталось там 26-му номеру. 26-й номер у нас Глеб Боровошкин. Интересно, что будет делать, если он сможет, нет, скорее всего, сможет продолжить игру, все нормально, у него просто он пошел к тренеру справиться, какая уже комбинация следующая играть, и у нас будет сейчас 2:20, ну, такой серьезный сек. Роман Галий, в общем, таких размеров и такой силы человек, что очень неприятно, когда он тебя захватывает и ширяет о газон. Пас в гимнастике для Барабошки, это будет прием, нет, Швецов, ух ты! И это номер 21, Александр Силин, очень солидно приложил Марка Швецова, который проводит очень неплохой матч. Кстати, говоришь, Марк Швецов после этого попросил даже замену. Ну вот, в общем, такой не слишком атлетичный на вид Александр Силин, но умудряется выбивать Марка Швецова тайтенда, между прочим, по позиции, которая, мне кажется, по весу, ну, раза в полтора его, точно больше. Ну, уж, значит, оказаться в нужное место, в нужном месте, в нужное время, ну, и правильно приложить собственные силы. Дробошкин, пасовая комбинация, нет, никуда, к сожалению. Есть у меня предположение, что это предназначалось, возможно, Михаилу Евшакову, номер 3. Но явно он не там оказался, где он должен был бы быть. И у нас будет снова еще один пант. Кстати, обратите внимание, что все-таки после таких пантов Александр Яцуненко и... Ну, это снова плохой пант. Да, в этот раз даже до 30 ярдов не долетает. И очередное короткое поле будет у московских спартанцев. Но я не знаю даже, как правильно это интерпретировать. Если такое количество шансов дают грифоны спартанцев, то, наверное, что-то не так в защите спартанцев. Но все-таки панты, простите, стоит как-то получше бить, наверное, грифоном. Первый 10 Спарта. Тяжелое построение московских спартанцев, посмотрите. Головешкин в моушене. Ох, как хорошо разгадали! Разгадали в защитнике грифонов эту комбинацию. Илья Шакуров, ну, просто взял и захватил защитника. Ну, явно просто мяч будет, наверное, не на тридцатке. Ну, не туда, куда отнесли Вячеслава Кленова, номер 87 у спартанцев. А все-таки в том момент, где он захватил впервые. Я имею в виду его, это Илья Шакуров, который его захватил. И спартанцы теряют на этом довольно приличное количество ярдов. Мне кажется, там ярдов 7 или 8. Иван Головешкин очень хорошо проходит. Уходит от всех, это у него 10!
Нет, захватывают все-таки Ивана Головешкина. Смог он донести мяч ярдов, наверное, до 8-9. Вот я сейчас пытаюсь это точную точку, так сказать, определить по положению лайн-джаджа и хедлайнсмена. Но мне кажется, ярдов 7. Да, ярдов 7 спасаться до тачдауна. Но вот как превратить практически безнадежное положение в там второй или даже третий и 12, или там 15, сколько у них было, в первый игл. Первый игл, снова Денис Пронкин в бэкфилде, снова Кирилл Святкин, Иван Головешкин снова в моушене. И, кажется, Денис Пронкин с мячом проходит. Есть тачдаун Дениса Пронкина. Счет становится 27. И сейчас будет разыгрываться экстра поинт. Сергей Калашников у мяча. Он уже сегодня забил две реализации. Сейчас будет бить третью. В общем, спокойно и в какой-то степени буднично Сергей Калашников забивает этот мяч. И, в общем, счет становится 21-7 в пользу московских спартанцев. Но счет 21-7, но я бы не сказал, что прям по игре у нас какое-то серьезное преимущество есть у спартанцев. Да, они заносят, да, у них есть очки, но посмотрите, множество из этих очков, они получаются из-за короткого поля. То есть здесь я бы скорее выделил защиту спартанцев, которая умудряется отстаивать ту позицию, на которой изначально, обычно начинает Грифон, например, ярдов с 20, например, если это был тачбэк, да, то есть у них не получается заработать свой первый даун. И из-за того, что потом они пробивают пант, и этот пант приземляется в районе там 30-40, если повезло, ярдов, причем на стороне грифонов, то потом выходит нападение и, в общем, проносит довольно небольшое количество ярдов и заносит тачдаун. Но это то, что произошло в последний раз, в таком случае. Еще один тачбэк в исполнении А Мария Гриняева, номер 94. Ну, вот, наверное, тот факт, что спартанцам в какой-то момент спартанцы оказались по очкам вровень с грифонами, грифоны начали отыгрываться, это помогло зажечь, например, трибунам, и болельщики начали их поддерживать, наконец-то, поэтому... Потому что перед этим они выглядели немножко так апатично, в том смысле, что немножко здесь жара, конечно, и людей немножко утомило. Но вот матч зажег людей, что здорово. Интересный розыгрыш, но нет, здесь на месте были все защитники московских спартанцев. Конкретно здесь на захвате сыграл Александр Зайцев, номер 98. Откидка была на Эльвина Иманова. То есть, на самом деле, интересно посмотреть, почему же заменили Павла Левашова. Там был очень неприятный сек, который был в нем сделан в первой половине. И я тогда даже умудрился пропустить тот факт, что сменилось владение, потому что следил за тем, как Павел Левашов тяжело уходил с поля. Но он же вернулся, он же как бы провел всю вторую четверть, он начал третью четверть. Ну, вот здесь еще один. В общем, здесь... Фронт спартанцев вступил в свои владения. Но вот сейчас на поле лежит Роман Галиев. И лучше бы ему встать, потому что поднять Романа Галиева будет очень тяжело. Нет, встает Роман Галиев. Встает и уходит он с поля, причем довольно бодро, так что, скорее всего, все там нормально. Рома, мы с тобой! Рома, мы с тобой! Рома, мы с тобой! Рома, мы с тобой!
Третий даун. Барабошкин, роллаут. Длинная передача. Есть прием? Нет приема. Обыграл в защите, как слово сказать, Данил Бусенко, номер 86. И оказался он, собственно, в той точке, в которой, если бы это был прием, ну или хотя бы один шаг в сторону зачетной зоны спартанцев, то был бы уже первый даун. Подвели немножко здесь то ли руки Данила Мусиенко, то ли, может быть, защитник все-таки сыграл каким-то образом и помешал Мусиенко принять. Но факт остается фактом. Не принятый пас. 4-й и 15. И это будет снова пант. И снова такая слепая надежда на Бабаева, которая, конечно же, сегодня на пантах неважно выглядит. Я думаю, что если Грифоны собирают все-таки выходить там в финал, им нужно как-то этот момент поувереннее играть. Вот любопытный момент. Кажется, мяч был оживлен кем-то из игроков. И тот факт, что его подобрали грифоны, может означать, что сейчас грифоны останутся во владении. Это сейчас решится совещанием судей. Посмотрим. Там еще было, мне кажется, нарушение на блокировке. Сейчас тоже посмотрим, хотя флага я не вижу. Ну, нет, судьи сказали вовсе не то, что мы собирались. Хотели услышать, как бы нет вердикта, что же случилось на розыгрыше, кто же сейчас во владении и кто же сейчас будет. С какой точки это будет происходить владение. Но, по крайней мере, мы точно знаем, что закончилась третья четверть. Итак, третья четверть закончилась, счет у нас по-прежнему 21-7. У спартанцев тачдауны на счету 11 номера Александра Яцуненко, затем 30 номера Владимира Алексеева и 45 номера Дениса Пронкина. И также 3 реализации на счету Сергея Калашникова, номер 8. У грифонов, если я не ошибаюсь, в том моменте не очень хорошо смотрел, ну потом посмотрим по протоколам судей, мяч занес сам Глеб Барабошкин на комбинации с 1 ярда. Ну и потом Дмитрий Бабаев реализовал экстрапоинт. И таким образом счет у нас стал 21-7. Нет, спартанцы во владении, все нормально. Первые 10 Павел Левашов на поле. То есть Павел Левашов все нормально. То есть это был какой-то эксперимент или комбинация. Можно просто передохнуть, тренер Левашова отправил. Тем не менее, есть какая-то пауза, в чем-то совещаются судьи. Есть у меня ощущение, что там сломалась цепочка, возможно. Все, нет, если она и сломалась, то ее починили. Ну, слово сказать, цепочка, да, она довольно такая тяжелая, металлическая, все равно рвется. Левашов, на премию Головешкин, набирает для своей команды ярдов 6. Там еще интересно, был ли поздний удар, потому что накрывал Левашова кто-то из дилайнеров, грифонов. Судя по всему, все нормально, никакого нарушения не было, и, в общем, удачный принятый пас. 2-й и 5. Спартанцы. Длинная передача. И это перехват мог бы быть, если бы чуть-чуть поаккуратнее был бы Денис Халтурин. Уже 2 было таких перехвата у Павла Левашова. И снова он бросает не очень уверенную передачу, которую, в общем, должны были перехватывать грифоны. Это, ну, просто что-то с руками случилось в момент приема. И посмотрите, снова мяч канется, и кажется, его сейчас подберут грифоны. Да, это переход владения. Снова у нас фамбл. Снова фамбл, причем на Левашове. Ну, значит, играть против сильного дилайна, да? У грифона же тоже сильный дилайн. Там тоже есть свои звезды. Thank you.
Получили владение грифоны. Четвертая четверть. Два тачдауна разницы. 14 очков между грифонами и спартанцами. Глеб Барабошкин. Очень уверенная вкладка, слово сказать, на Эльвина Иманова. И здесь его захватывает... Мари Гриняев. Ну, бросает флаги. Мне кажется, что бросает флаги за фейсмаск. Когда он, по-моему, маска это ему врезался куда-то вот в локоть. Я почти уверен, что это персональный фол спартанцам. И сейчас будет 15 ярдов. Куда-то в сторону, в глубину поля. В сторону зачетки спартанцев, скажем так. Ждем мы здесь, чтобы игра возобновится. Здесь в точку бросали прям флаги. Я думаю, что там был, посчитали это как фейсмаск судьи. Хотя мне не было ощущения, что прям за маску схватился Мари Гриняев. Ну, вот руками именно. Так-то, мне кажется, в локте он, конечно, доехал. Где-то номер Роман Клушин на выносе. Но нет, там его уверенно останавливает номер 32 Глеб Аверков. Ждем продолжения игры. Немножко так замедлилась игра. Очень много пауз между розыгрышами. Эльвин Иманов в бэкфилде. Глеб Барабошкин. 2-10. Шотган-формация. Это пас. И это есть прием? Нет приема? Вот я немножко всегда тороплюсь, да? Мне кажется, что мяч уже попал в руки принимающим. Он должен был зафиксировать. Но вот очень часто так случается, что у него в итоге... от рук отлетает. Ну, вот во многом потому, что, конечно, защитники в этот момент на чеку и в момент приема бьют игрока просто. И у него... Это легально, абсолютно, слово сказать, да, но все равно. 3-10. 26 номер. Для Барбошки есть прием! Есть прием, но для первого дауна этого недостаточно. Ждем дальше. Мне кажется, будут стараться они разыграть эту четвертую попытку, потому что, ну как бы, если здесь не разыгрывают, то какой смысл вообще играть в футбол? Роллаут Барабошкина. Сейчас догонит его Роман Галиев. Здесь не будет никакого, разумеется, принятого маса. Ну и смена владения. Терновер он даун. Спартанцы на поле. Снова Левашов. Иван Головешкин на приеме, но здесь его уже съели, конечно, защитники грифонов. Но тем временем он смог набрать ярдов 5-6. Это, сказать, мы такие комбинации, такие приемы уже в несколько раз видели. Thank you.
Кстати, ноу-хадлы для спартанца. Длинная передача в сторону. Вот это прием! Сергей Якушев, номер 89. Через все поле тачдаун. Сергей Якушев с передачи Павла Левашова. 70-ярдовый тачдаун. Блестящие московские спартанцы. Счет становится у нас 27-7. Помните, это уже в первой четверти, да? Такой же мяч поймал Сергей Якушев. Но тогда смогли в защите Грифона его догнать, выбить мяч, более того. И мяч вылетел, и вот накрыли потом сами Грифоны собственной зачеткой. Они получили еще и тачбэк. Но вот два раза так не получится. Второй раз все-таки Якушев довольно уверенно убежал в зачетку, поймал по центру этот мяч. Кстати, говорит, посмотрите, у нас, кажется, другой кикер у спартанцев, но это не мешает ему забить. Нет, посмотрим результат. Нет, мешает. Мешает, к сожалению. Номер 83, это Геннадий Павловский. У спартанцев не забивает этот филгол. Счет остается 27-7. Сейчас будет возврат начального удара. Жаркий, немножко душный день сегодня в Москве. И грифоны, которые приехали в количестве примерно, по-моему, 36 человек, немножко подустали. Правда, я бы не сказал, что просто радикально больше игроков. Но мне кажется, может быть, 38 или 40 человек. Но вот почему-то, глядя на бровку, получается... Ну, полное ощущение, что как бы грифонов какое-то минимальное количество. Но, возможно, дело в том, что они как-то там скучковались. Вон я смотрю вокруг Павла Платуна в правой части собственной тимзоны. Амари Гриняев, номер 94. Снова будет тачбэк? Да. Который по счету тачбэк в исполнении Марии Гриняевой я, наверное, уже устал считать. Но действительно очень уверенно проводит мяч, матч, простите, очень уверенно проводит матч Марии. Он играет как на позиции аутсайд лайнбекера у спартанцев, так и кикером, причем тот самый киков кикер, то есть кикер же тоже они различаются. Есть там и плейс кикер, это тот кикер, который играет в, который пробивает филголы. Есть киков кикер, разные роли. У некоторых команд НФЛ даже различаются люди, которые играют там и там. Тем временем у нас, по-моему, это взяли в тайм-аут спартанцы, по-моему. Напоминаю, что счет у нас 27-7. Небольшая пауза за тайм-аутом, но все возвращается на поле. У спартанцев в D-line появился номер 75 Андрей Иванишин. Возможно, это связано как-то с тем, помните, лежал на поле Роман Галиев, номер 91. Но нет, что-то не травма, просто дает возможность поиграть человеку. Пас и нет. Здесь есть прием, но как бы далеко не прошел. Далеко не смог пройти с этим приемом номер 2 у грифонов. Второй и 7 примерно. Сейчас я
3 секунды. Вынос. Снова номер 2. Ну, да, не получится далеко убежать у Андрея Киселева. Даже пытается играть джет-свип грифоны с переменным успехом, хотя не помню, что далеко в целом убегали они куда-то по полю. В этом смысле, конечно, главные, так сказать, пользователи в нападении концепции джет-свипа, вот эта вот комбинация розыгрыша с перебеганием, это спартанцы те самые, вот у них все получается. У грифонов чуть посложнее. Три принимающих справа у Андрея Барабошкина. Глеба Барабошкина, простите, это длинный прием. Это есть прием номер 2, Андрей Киселев. Ну вот видите, как только появляется немножко времени у Глеба Барабошкина, как только убегает далеко принимающий, сразу все получается. Это все вопрос, на самом деле, работы алайна, собственно. Как только они дают время постоять ему в конверте, высмотреть цель, прицелиться, сразу дебэком спартанцев становится играть значительно тяжелее. Сразу находит принимающие какие-то вот бреши в обороне. Видите, в целом, как в американском футболе все зависит друг от друга в плане позиций. Даблс у грифонов. Шотган файт Эльвин Иманов на выносе. Но здесь все, конечно, все на месте у спартанцев. Ну, от силы пару ярдов принес этот вынос грифоном. Ну, мне кажется, возможно, просто немножко так прикармливают защиту спартанцев, в том смысле, что чтобы она больше реагировала на выносы и давала больше пространства сзади игрокам. Но это все тоже очень сильно зависит от того, сколько времени будет у Барабошки на то, чтобы прицелиться, найти игрока, да? Три принимающих слева у Барабошкина, плюс бегущий. Пасовая комбинация, длинная передача, и это будет перехват. Нет, не получился перехват совсем. Мне казалось, что Сергей Калашников всю видел траекторию полета мяча и побежал в точку, куда он должен прилететь, но нет. Сергей Калашников вылетел, наверное, все-таки из нового состава спартанцев в этом году. В предыдущие годы он был с железным стартером в плане... Как корнер, разумеется, как кикер, он остается железным стартером. Просто здесь вопрос в том, что раньше же был еще и постоянно играл корнером. А сейчас он, наверное, уступил эту должность скорее Ивану Воробьеву, номер 27. Ну, вот сегодня его нет в матче. 26 номер. Есть прием! Снова! Посмотрите, сколько раз мы сегодня это уже видели. Снова Марк Швецов. Есть немножко ощущение, да, что спартанцы расслабились из-за такого очкового отрыва. Ну, совершенно нет уже ни давления того. Воробошкин, шотган формейшн, даблс. И снова прием, и снова Швецов. Ну, ребят, я сейчас немножко обращаюсь к защите спартанцев. Вот задача, мне кажется, закрыть одного игрока. Снова первый даун. И вот уже короткое поле у грифонов. В прошлый раз они это короткое поле сыграли, реализовали. Кстати говоря, благодаря, опять же, Марку Швецову. Вот если кого-то и отметить в нападении... у грифонов, ну, помимо, конечно, Глеба Барабошкина, все-таки квотербек это всегда игрок номер один. Если играет хорошо в нападении, то, скорее всего, значит, играет хорошо квотербек. В этом смысле, как то количество секов, которые сегодня принял Барабошкина, продолжает играть, но это честь ему и хвала. Ну, вот Марк Фисов совершенно точно. Это в этот раз попытка дать передачу на Александра Павлютия, номер 12. Но вот он не был в той точке для приема. Да, и спартанцы, в общем, неплохо такую зону прикрывали. Второй 10. Грифоны.
Явно подустали обе команды, поэтому паузы между розыгрышами, когда они совещаются, стоят в хадле, потом в комбинацию выстраиваются, они сильно дольше. Вот, смотрите, очень долго сейчас строятся грифоны, 10 секунд у них осталось, судя по жесту бэк-джаджа. Дробошкин вот теряет мяч, нет, не теряет, 38 номер получает передачу, Левиноманов на выносе, но может быть и набирает, но совсем чуть-чуть, скорее даже теряет. Явно устали обе команды, да, повторюсь, душный такой, жаркий день сегодня в Москве. Третий 10, 11 даже, чуть-чуть потерял в этом приеме. Действительно, там был очень неуверенный снэп такой, пришлось фиксировать, обрабатывать мяч либо Барабошкину. И к моменту, когда он смог делать передачу, у него перед глазами был только Левиноманов. И это был такой, так называемый, скрин-пас, да, когда пас, по сути, дается в бэкфилд. Вынос. Нет, это пас, обманули даже меня. Но обманули меня, но не обманули защиту спартанцев. Здесь Иван Мевший был на мяче. Должен был, конечно же, этот мяч перехватывать. Но вот мы много ошибок сегодня в этом смысле наблюдаем. Игра немножко грязновата в плане брака игроков. Я имею в виду, что очень много мы видим случаев, когда игроки, у них не получается фиксировать мяч на приеме, не получается перехватить из-за этого. Вот то же самое мы наблюдали буквально пару драйвов ранее, когда должен был, конечно же, Денис Хатурин перехватывать Павла Левашова, вот он не сделал этого, к сожалению. Ну, опять же, фамблов много, да, то есть видно, что игроки, в общем, немножко такие не очень сконцентрированы. Глеб Барабошкин в рулаут, 26-й, часто мы это видим. Попытка передачи, нет, нету приема, пытался вытянуться под прием номер 16 у грифонов. Это у нас Валерий Яковлев, номер 16, да, повторюсь. Пашка, давай! Да, и, собственно, это тюрновер андаунс. Второй уже тюрновер андаунс у грифонов. Но, в принципе, логично, что они играют четвертый даун, даже в ситуации, когда, в общем, можно было и филгол пробить. Ну, что им действительно дали бы эти 3 очка, по сути. Ну, проигрывали они бы на 3 очка меньше. В данном случае нужно, конечно, тачдаун заносить. Значит, нужно там отрабатывать какие-то комбинации, даже если мы повторим что турнирное значение ни для одной, ни для другой команды этот матч совершенно никакого не несет. Но единственное, что может для спартанцев случиться, в этом случае, если они сейчас выиграют, то они прямо сейчас оформят чемпионство в дивизионе премьер. Ой, в дивизионе центр, в прошлом году нет премьера. Немножко привыкли мы к тому, что у нас есть премьер-дивизион, да, с сильнейшими командами. Но вот это, ну, сократилось количество команд в целом в чемпионате России, и поэтому разделили их просто на центр и Урал. Левашов, дальняя передача. Попытка была передать еще на Сергея Якушева, но явно не добрался до него. Пришлось возвращаться Якушеву, но и там уже в падении ловить, и он не смог ни поймать, ни зафиксировать. 3-7, Левашов. Это на Яцуненко была передача, но Александр Яцуненко так долго стоял. Всем своим видом показывал, что собирается ловить этот мяч, но у него потому что полкоманды грифонов прибежала его останавливать. Когда он получил уже мяч, зафиксировал и начал его выносить, ему пришлось немножко назад возвращаться. Ну, в общем, в этом смысле очень неудачная комбинация, и потом сейчас будет пант. Ну, явно спартанцы уже немножко так доигрывают матч, доигрывают, собственно, и грифоны его, по сути. Сегодня у нас, несмотря на счет, мне кажется, что борьба была. И на матч было приятно посмотреть в целом, хотя, конечно, количество браков в действиях игроков, оно так как-то, не то что поражает, да, ну вот, хотелось бы поменьше, я думаю, что и мне, и вам. Очень хороший пант у Амари Гриняева. Буквально там с 25 собственных ярдов. А Мария умудряется мяч пнуть под десятку ярдов соперников. То есть он почти все поле пролетел. Блестяще себя показывает именно вот и как киков-кикер, и как пантер, гриняя в себя. Ну, возможно, поэтому спартанцы выигрывают. А грифоны, которые, ну, как
так получилось, что у них панты были не столь хороши, они вот проигрывали каждый раз даря короткое поле соперникам, а сами вынуждены были вот начинать с 20 ярдов. Но здесь заметим, наверное, то, что еще те очки, которые заработали Грифоны, они были заработаны во многом благодаря ошибке на снэпе, когда мяч потерял Левашов и Грифоны накрыли. Ну, потом получили короткое поле и занесли тачдаун. Ну, потом Спартанцы довольно быстро отыгрались, поэтому это, в общем, не столь значимый эпизод матча. Хотя, как мне кажется, в общем-то, сегодня довольно, ну, если не равная, то борьба точно была. Снова прием! Ничего себе! Мог номер 8 Алексей Калачиков перехватывать этот мяч, но у него почему-то одна рука была на мяче, и он, ну, просто не смог его зафиксировать. Второй 10 с 15 ярдов. Снова плохой снэп. Снова пришлось фиксировать мяч Глеба Воробошкина. Ну и, соответственно, пока он это делал, сразу прибежали уже 4 Диланера спартанцев. Ну и деться ему совершенно некуда было. В общем, ему совершенно было не до того, чтобы высматривать каких-то там принимающих. Ему было там выжить его там в конверте. Основной целью его было. Ну, разумеется, я не имею в виду, что мы как-то серьезно потравмировали Диланера. В целом, на самом деле, не так много получается травм от секов, от действий дилайнеров, потому что в большинстве случаев дилайнеры захватывают довольно чисто, в том смысле, что у них нет там времени разогнаться, сильно приложиться, да, то есть они просто останавливают игрока и все. А тем временем мы видим, что у нас задержка игры, не успели построить и начать разыгрывать свою комбинацию. Грифоны, да, и вообще потеряли они еще 5 ярдов. 3-22, я бы сказал, примерно так. 3-20 для простоты. Четвертая четверть у нас идет, матч явно идет к концу. Воробошкин, шотган формация, ищет принимающего. Дальняя передача, сейчас будет под перехват. Конечно, нет! Опять мы видим брак. Опять брак в действиях игроках. В этот раз Калашников не смог зафиксировать мяч. Хотя у него в этот раз было обе руки на мяче. Ну вот, трибуны решили немножко подбодрить своего корнербэка. Четвертая четверть. Будет в этот раз Бабаев бить из собственной зачетки этот пант. И мяч долетает, ну дай бог. Давиденко возвращает. Ну, доносит, ну, до 27, опять же, ярдов, да. Мне кажется, с такой позиции спартанцы уже начинали свое нападение. Да, 2 минуты. Как раз хотел я вопросительно поинтересоваться, когда же судьи объявили 2 минуты. Вот сейчас они объявили 2-минутное предупреждение, значит, играть осталось 2 минуты чистого игрового времени, и мяч будет запущен по снэпу. Нет, по сигналу судьи. Вот сейчас у нас спустился мяч, спустились часы. Но вот сейчас бросал Левашов явно на Сергея Якушева. Якуш нога! И что-то там случилось с Сергеем Якушевым. Очень-очень-очень сильно он хромает. Настолько, что он даже сел. Ну, вот это вот неприятная потеря для спартанцев. Сергей Якушев один из основных принимающих. Да, понадобилась помощь его
сокомандников, да, чтобы его довести как-то, да, совсем плохо. Якушева все. Ну, что меньше всего нужно спартанцам, особенно под занавес матча, это вот такие вот травмы. Ну, причем одного из, как бы, лидирующих ресивера спартанцев, хотя, в общем, полная россыпь на приеме в этом году есть у команды Алексея Гейтса для того, чтобы набирать эффективные очки на выносе и на пасе. Но Сергей Якушев, это действительно один из основных игроков для нападения спартанцев. Тем не менее, другие герои у нас остались. Павел Левашов, роллаут, будет бросать. Но нет, здесь все было чисто. Здесь, мне кажется, 3 или 4 человека в равной степени боролись за мяч. Я, честно, не понял, на кого именно была эта передача, потому что там было 2 спартанца на этой мяче. Там был Вячеслав Кленов, номер 87, и номер 22, Иван Головешкин. Третий 10, спартанцы, Павел Левашов. Длинная передача на Александра Яцененко. Будет ли тачдаун? Нет. Ну вот, любимая шутка про то, что если бы играли в соккер, то есть европейский футбол команды, сейчас был бы гол. Пытаются спорить спартанцы с судьями, что это была попытка помехи приему Александра Яцененко, но мне так не кажется. Мне кажется, они все-таки там довольно чисто играли, защитники Грифонов. Конкретно это был, собственно, второй номер Денис Халтурин, да. Ну, настолько, что даже мы видим, что... мы видим, что флаг на поле. Почему? Пытаюсь разобраться. Ну, мне кажется, что какие-то слова в нете были сказаны, возможно. Сейчас посмотрим, какое же нарушение. Ну, просто если будут двигать, я за 15 на спартанце, то даже никакой не филдгол. А нет, судя по всему, не, да, нелегальная экипировка. Это значит, что, возможно, какие-то щитки у кого-то отсутствовали, или, возможно... ну, я не видел, чтобы шлем снимали, да, но, возможно, где-то, может быть, джерси порвалась у кого-то, или не было капы, например. Но сейчас будет бить Сергей Калашников филдгол. Это получится у него аж 50-ярдовый филдгол. Ну, такой ответственный момент. Удар, но, кажется, нет. Допнул, но все-таки неточный был удар, поэтому не получилось филдгола у Сергея Калашникова. Вот было бы это хотя бы ярдов на 10 поближе, то, конечно, тогда была бы другая картина. А так счет у нас остается 27-7. Четвертая четверть, у нас было 2-минутное предупреждение, но сейчас, скорее всего, ну, это зависит очень сильно от настроения грифонов, как они вообще себя чувствуют, сильно ли устали, мне кажется, что сильно. Если у них нет настроения там сильно как-то заработать очки, изменить игру и так далее, то они, наверное, будут сейчас сыграют несколько выносных розыгрышей, просто пожечь время. А, нет, посмотрите, это даже колено. Любопытно, что при этом грифоны построились совсем не в так называемый win information, но, наверное, потому что они просто не выиграют этот мяч. Другой вопрос. Но в целом явно не собираются продолжать. То есть мы, в принципе, можем фиксировать победу спартанцев, просто сейчас парочку еще колен будет у грифонов, то есть они просто присядут на колено, чтобы сжечь время и закончить этот поединок. В сотый раз повторю, что ничего на самом деле в турнирном плане не произошло. Единственное, что мы можем зафиксировать как факт, да, это то, что вот спартанцы вот сегодня, вот как только сейчас главный судья этого матча в рефери Дмитрий Хайтовский поднимет мяч на голову, сигнализируя о том, что матч закончился, спартанцы выиграют дивизион центр. Даже поражение в Ярославле не способно будет изменить ничего в этом смысле, потому что даже если они проиграют, то они закончат сезон 6-1, так же, как московские патриоты, а в личное противостояние они патриотов обыгрывали. Поэтому они останутся на поле даже, ну, в любом случае.
Интересно, что сегодня мы с вами не увидели Дмитрия Чернышева, номер 99, это квотербек Грифонов, который большую часть времени играл в сезоне, имею в виду, а весь матч вместо него провел Глеб Барабошкин. Ну, судя по всему, это и было отношение Грифонов к этому матчу, в том смысле, что они хотели что-то попробовать, что-то посмотреть. Возможно, как в 2017 году подглядеть плейбук, да, но для этого нужен как минимум координатор защиты Илья Кравцов, но его сегодня на матче тоже не было. Но нужно он посмотрит это дело потом по матчу, по записи и услышит мой прекрасный голос. Я передаю ему привет. Еще я передаю привет всем московским спартанцам, которые победили в сегодняшней встрече и, в общем, официально оформили чемпионство дивизиона «Центр». И, судя по всему, встретятся, ну, не судя по всему, это можно говорить уже вполне официально, встретятся в полуфинале чемпионата России с теми же самыми Грифонами. Мы увидим еще один матч. Это будет рекап, на самом деле, даже не сегодняшнего противостояния, это будет рекап прошлогоднего полуфинального матча, когда тоже всем казалось, что спартанцы единоличные фавориты, да, нечего вообще говорить, они просто сейчас выйдут, затащат и выйдут в свой финал, где будут играть с патриотами, но вместо этого Грифоны показали, что расслабляться нельзя, и что Грифоны по-прежнему являются одной из сильнейших команд в России, и с ними нужно, в общем, держать ухо востро. Спасибо большое командам. Я думаю, что команды сейчас скажут свое спасибо болельщикам, которые сегодня пришли поддержать их. Ну а мы желаем здоровья всем, кто сегодня получил, возможно, какие-то травмы. Я очень надеюсь, что Сергей Якушев, с ним все хорошо, и он продолжит игру. Илья Шакуров, которого тоже уводили врачи, я думаю, что... Ну, он продолжит игру, я думаю, что там можно фиксировать, что все хорошо. Ну и встретимся с этими ребятами через неделю в Ярославле, а потом уже и в финале. Ну, подожди, пока что полуфинале чемпионата России, не буду я забегать вперед. Это получится, как в прошлом году, в полуфинале чемпионата России с Грифонами, ну, а потом, возможно, и в финале. В любом случае, кто-то из этих ребят, кого мы видим сейчас в своем экране, будет в финале совершенно точно. Спасибо большое, что смотрели этот матч. С вами был Юрий Марин. Любите американский футбол, смотрите почаще. Спасибо вам.